144 наблюдателя, представляющих миссию от СНГ, будут следить за проведением референдума 5 июня. Их уже закрепили за определенными избирательными участками по всему Казахстану. Сегодня в Центральной комиссии референдума сверили часы в вопросах подготовки и проведения всенародного волеизъявления. Это уже 15-я миссия наблюдателя от Содружества независимых государств в нашей стране. На этот раз в ее состав вошли представители исполкома и Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания России, Белоруссии и ряда других структур. У нас основной состав миссии наблюдателей. Вот эта миссия, как я уже тоже сказал, долгосрочные наблюдатели, это, как правило, представители посольств и штаб миссии. Они с 21 мая работают, а остальные прибывают, как правило, уже по сложившейся практике за 2-3 дня до начала проведения голосования. То ли за выборами, то ли за референдумом. То есть завтра мы ждем уже прибытия первых краткосрочных наблюдателей от других органов Содружества.